Теперь сообщение с мировых бирж. Цена барреля нефти марки Brent на электронных торгах сегодня впервые с февраля 2009 года опустилась ниже отметки в 40 долларов. Аналитики говорят, все дело в отказе ОПЕК от снижения квоты на добычу. Падение нефти вызвало за собой волну корректировок курсов валют. На московской бирже евро в какой-то момент превысил отметку в 76 рублей, доллар приближался к 70. Но в итоге Центральный банк России установил официальные курсы на завтра такие. Доллар 69.30, евро 75.31.